Привет, друзья! Дальше будет полезно тем, кто так или иначе занимается своим самообразованием в профессии агента по недвижимости или руководителя в агентстве. Остальные могут не смотреть. Это третья часть обзора лучших обучающих материалов, которые размещены на платформе Boosty. Всего там почти 300 материалов для вашего обучения и саморазвития ваших агентов. Про причины переезда на Boosty я рассказал в первой части, кому интересно, посмотрите по подсказке. В двух предыдущих обзорах я рассказал о материалах, которые заняли с 5 по 12 место в нашем хит-параде в разделе подписки «Лучшие практики». Как и в предыдущих частях, я сделаю пару замечаний о доходах от подписки на наш канал, но не хочу отвлекать время тех, кто уже слышал их, поэтому сделаю это в самом конце. А сегодня познакомлю с мастер-классами, которые заняли первые 4 места. Кстати, в следующей части расскажу про лучший материал из раздела «Мы вместе», который рассчитан больше на руководителей, потому что в нем размещается контент по менеджменту, HR-технологиям, построению в агентствах различных направлений. А после этого будет еще один выпуск про лучшие материалы, доступ к которым не входит ни в одну подписку, и получить его можно только за разовую плату. Если вы еще не стали хотя бы наблюдателем, а это совершенно бесплатно, нашего канала на Boosty, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Кстати, в описании есть ссылка и на инструкцию, которую мы создали, чтобы вам было легко и понятно разобраться в инструментарии этой платформы. Итак, начинаем с 4-го места. Здесь у нас мастер-класс Вадима Орехова, который мы снимали во Владивостоке, про управление конфликтами в холодных звонках и при продаже агентской услуги. Давайте посмотрим фрагмент. Я сейчас обращу ваше внимание на одну технику. В холодных звонках. Я вам предлагаю универсальную технику. Это универсальная техника по работе с возражениями по телефону. Если целью вашего общения является назначение встречи. Если мы касаемся работы с покупателями, где используется консультационная модель, более, то есть менеджер-эксперт, который помимо серии вопросов снабжает покупателя информацией о том, чтобы покупателю помогать принимать решения. В работе с продавцами больше я вам предлагаю задавать вопросов, чем много болтать продолжительно для назначения встречи. Уловили суть? С продавцами меньше разговоров, с покупателями больше полезных мини-консультационных тезисных, да, сообщений. Но также с целью назначить встречу. Давайте технику сначала разберем, а то я буду звонить, будет смотреть, а что я делаю, хрен его знает. Смотрите, я позвоню, у меня нету цели быстро назначить встречу. Нет цели такой. У меня есть цель прогреть. И назначить больше и больше и больше квалифицированную встречу. Слово квалификация, понимаете? Я хотел бы ехать к собственнику. Я хотел бы встречаться с покупателем, с которым у меня больше установлен контакт, и второй, о котором я больше знаю, а не просто «здравствуйте, продается, приеду, посмотрю, 5 или 7, а если покупатель есть, и все». И это вкратце. И смотрите, в чем вопрос. Техника ухода от возражений. В холодном звонке уходите от возражений, как на трассе, обгоняя машины. Не сталкивайтесь, потому что в холодном звонке контакт не установлен, правильно понимаю? Чужак чужаку. Значит, конструктивно конфликтовать не получится, а конструктивно мы разберем позже. Есть еще вот тема сотрудничества в конфликтах, вот там вот нужен здравый смысл, осознанность и установленный более теплый вариант отношений, а в холодном звонке его нет, это же первичный. Понимаете, да, идею? Поэтому обход возражений – самая годная история. Нашли контакт? Так, риэлторам просьба не беспокоить, без реального покупателя. Подходит под ипотеку торг. Я хочу с вами разобрать технологию, которая вам поможет в перспективе иметь больше. Вы должны будете принять тот факт, что нет цели назначить лишь бы какую встречу. Вы же все с опытом, я правильно трактую? Большая часть этого. Че ездить-то куда попало? Вот че туда мотаться? Понимаете вопрос, да, сейчас в чем? В конце концов, все может упереться в личную позицию. Чуть ты я на помойке себя нашел. Ездить куда попало. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню по объявлению о продаже. Проспект Красного Знамени, 82. Продается? Продается. Замечательно. Меня зовут Вадим, компания «Титул». Скажите, пожалуйста, вы собственник? Собственник, прекрасно.
У меня есть покупатели, интересуются в этом районе, и адресовали мне серию вопросов. Хочу вас спросить. Короткая версия опубликована на Ютубе, а полная на Бусти. А мы едем дальше. На третьем месте одна из самых популярных бизнес-тренеров риэлторского рынка Мария Мокрышева с мастер-классом «Работа с покупателем». Выступление Марии – это всегда очень полезно, насыщенно и комфортно для восприятия. Убедись в этом сами, посмотрев фрагмент. Наш бизнес. Кто наши клиенты? У нас есть клиент-продавец, и у нас есть клиент-покупатель. Совершенно верно. Что происходит между ними? Между ними происходит обмен товара на деньги. Где здесь в этой схеме деньги риэлтора? Где наши деньги здесь? Кто считает, что у покупателя? Кто у продавца? Кто думает, что между ними? В этой схеме наших денег нет. В каком случае у нас появляется шанс заработать деньги? Если мы умеем продавать свой сервис. Если, абсолютно осознавая, вот это все может произойти без нас. Может? Ну и как сегодня, по данным Риммы Хасанова, происходит в 45% случаев в нашей стране. Вот с полным осознанием того, что это может происходить без нас. Мы идем к продавцу и говорим: дорогой продавец, ты, конечно, можешь продавать сам, но если ты наймешь для этой работы меня, то я это сделаю быстрее, эффективнее, выгоднее, лучше, профессиональнее и так далее. И нахожу какие-то аргументы, в результате которых он понимает, что в этом есть для него смысл. Он нанимает меня, подписывает со мной договор и готов оплатить мне 3%, чтобы я помогла ему продавать его квартиру. Нормально? Есть покупатель. Тоже. Он абсолютно может продавать без нас, может сам изучать Авито, Циан, покупать без нас. Но я к нему прихожу и говорю: слушай, дорогой покупатель, ты, конечно, можешь искать сам в этом огромном рынке, но я эксперт, я специалист, я могу тебе помочь, со мной ты купишь быстрее, эффективнее, лучше, комфортнее и так далее, и так далее. И нахожу какие-то аргументы, он понимает, что да, в этом есть какой-то смысл, говорит: да, я готов. Я готов тебя нанять за 3%, чтобы ты мне помогла купить объект. Чтобы отработать 3%, которые платит продавец, что я должна сделать для продавца? Для чего меня нанимает продавец? Ой, отдельное у меня отношение вот это к максимальной цене. Просто я в прошлом году сама квартиру продавала. Я знаю, как оно с той стороны выглядит, наши все вот эти вот рассказки про максимальную цену. А? Да. Что я должна сделать для продавца? Вот по-честному. Для какой работы он меня нанимает? Где я его возьму? Ну, то есть я должна каким-то образом суметь оповестить весь рынок потенциальных покупателей о том, что такой замечательный объект продается, правильно? Влюбить покупателей в этот объект, расхвалить его, расписать и найти из покупателей того, выбрать, кто даст за эту квартиру больше, кому она больше всех понравится. Логично? Какая-то вот такая вот работа. Если я работаю на покупателя, что я должна сделать для покупателя? Из всех возможных объектов, выставленных на продажу, я должна ему помочь найти тот, который для него будет идеальным, максимально подходящим по соотношению цена-качество там, в размере его бюджета. Так ведь? И это совершенно другая работа. И это две разных работы. И 3 плюс 3 – это не значит, что вы берете 3% в одной сделке с одного и с другого, мечась как слуга двух господ. Это значит, что один агент работает на продавца, и абсолютно честно отрабатывает свой гонорар. Другой агент работает на покупателя, абсолютно честно помогает ему купить. И в сделке они встречаются. Компания таким образом получает 6% от сделки. Каждый из агентов получает свои 3. А мы переходим ко второму месту. Здесь хоть маленький, но очень полезный мастер-класс от Ольги Меркуловой, который, к сожалению, уже нет с нами. Но зато есть премия ее имени и видео на нашем канале. Ольга в своем воронежском агентстве реализовала уникальную технологию обменных цепочек. Кстати, в первом выпуске я показывал фрагмент мастер-класса коллеги Ольги Татьяны Шкири, который занял 9 место в нашем списке. Но давайте посмотрим фрагмент контента про то, как связывать звенья в цепочке. Ссылки в описании. От руки рисовала вам. Не хочу делать большую какую-то презентацию с картинками, с лошадьми, там, со скачущими, потому что тогда ничего не поймете и будете отвлекаться. А здесь я вам нарисовала динамику цен с марта 2013 года, как это все происходило, как это все падало. Верхняя линия – это как это падало до сегодняшнего дня. И а нижняя линия – это цена сегодняшних продаж. У нас в агентстве недвижимости проходит очень много сделок. По технологии попозже я вам объясню. Все сделки чистой продажи проходят, мы проведем свою аналитику, в среднем на минус 10% от цены, выставленной в рекламе. Запомните эту цифру. Минус 10%.
То есть все, что реально продается, это мы можем анализировать на своих собственных продажах. Никто нам эту цифру не скажет. В среднем минус 10%. Как выглядит рынок? Слушайте, мы обижаемся что-то на Сбербанк, что они хотят нас убить, а застройщики там что-то нам тоже что-то хотят от нас. Значит, вы поймите, что сегодняшний рынок устроен следующим образом. Есть рынок вторички, и вот этот рынок вторички, он, его никто у вас не отнимет. Это наш хлеб. Строители хотят нанять нас для своих нужд, чтобы мы работали их отделами продаж и продавали их стройки. Сбербанк хочет, там, чтобы мы приводили туда своих ипотечников. Вы должны понимать, что вот, ребят, кто деньги платит, тот и хозяин. Вот они нас родили, и они имеют право нас убить. Вы привыкли получать легкие деньги, готовьтесь к тому, что они могут вас наградить или убить. И обижаться на это не надо. Это совершенно другой рынок, это совершенно другой бизнес. Наш бизнес риэлторский, наш бизнес маклерский, он находится во вторичном рынке. Поэтому все, что я сегодня вам буду рассказывать, касается только вторичного рынка. Вот имейте в виду, это не коммерческая недвижимость, не аренда, это вот наша глухая вторичка. Давайте посмотрим на рынок. Посмотрите, вы видели в Воронеже, сколько строится? Здесь города в городах. Завтра строители продадут эти квартиры. Куда эти квартиры пропадут? Попадут. Они попадут на рынок вторички, а вас все, там 111 штук. Кто будет это все делать? Вы что думаете, что в этих вторичных квартирах никто не будет рожаться, никто не будет разводиться, никто не будет умирать там и все такое прочее делать, что ведет к обменам, да? Нет, там будет происходить нормальная жизнь, только на вас обвалится такое огромное количество объектов, что вы просто в них захлебнетесь, а будете стараться ипотеку там что-то такое и что-то продавать застройщику. Опомнитесь, уйдите во вторичный рынок, он сейчас безграничен. Вы не представляете, сколько там сейчас покупателей. Я вас прошу, когда мы речь ведем об обменных технологиях, не путайте мену прямую. Вот Олег Павлович сказал, прямая мена. У меня двушка, у тебя трешка, мы меняемся, потому что у тебя есть к моей трешке 600 тысяч доплаты, а я как раз 600 хочу. Вот такая прямая мена, это враг обменов, это не наш вариант, это не наша история. На чем держатся наши обмены? Сейчас я вам покажу, на чем держатся, но хочу вам сказать, сейчас назову одну фразу. Только, пожалуйста, помидоров у вас нет тухлых, не бросайте меня, потому что многое сегодня, что буду говорить, оно несколько отличается от того, что говорили ранее, а может быть даже противоположно отличается. Не обращайте на это внимания, знаете почему? Потому что я поняла одно, надо просто работать. Вот этим инструментом, или этим инструментом, или этим инструментом, просто берите и работайте. Чистые продажи – это бездарное явление на сегодняшнем рынке. Вот если вы делаете чистую продажу, и прям гордитесь ей невозможно, как я вас за это ругаю. Вы сделали плохо. Это бездарное действие. И настало время познакомиться с чемпионом. На первом месте мастер-класс о том, как работать с продавцом в новых реалиях. И он от все той же Марии Мокрышевой, о которой я уже говорил здесь. Предлагаю посмотреть фрагмент и самим понять причины такого успеха. У меня такая табличка родилась. То есть, просто давайте в сравнении, что может сам продавец, что может агент. Профессиональный, обученный, который, ну, я имею в виду хорошего агента, качественного агента. Если продавец реклама в интернете дает? Дает. Чем реклама наша отличается от его собственной рекламы? Во-первых, это за счет агентства. Во-вторых, это больше площадок, это чаще обновления, с учетом целевой аудитории, продающий текст, ну и далее, да? Ну, то есть мы говорим о том, что мы это делаем лучше, чем ты сам. Ой, прошу прощения. Другие источники. Что использует еще продавец из других источников? Баннер может повесить, что еще? Редко. Согласитесь, редко. Делают, но редко. Соседям, может быть, скажет. У агента что есть, в отличие от продавца? Еще другие источники. Другие риэлторы, база своя, уже покупатели, которые обращались, да, какой-то отложенный спрос, постоянные клиенты, ну, то есть больше других источников. Согласны? Дальше. Прием звонков. Сам собственник принимает звонок или агент принимает звонок? В чем разница? Ну вот коротко и по существу я написала, собственник это делает с любовью к объекту, с чрезмерной зачастую, да, и не всегда ему удобно принимать этот звонок, потому что он работает, у него какая-то есть другая профессия, кроме как продавать недвижимость. Агент это делает профессионально и в любое рабочее время. Я не про ночь, я про то, что в любое рабочее время. Дальше, показы, то же самое, что делает собственник, когда сам показывает, с любовью к объекту и не всегда удобно. Чем показы агентские отличаются от показов собственникам самостоятельно? Понятно. Собственник с любовью и не всегда удобно это делать. Что делает агент? Во-первых, он это делает профессионально.
ему удобно это делать в любое время, он знает, как подготовить к показу квартиру, он планирует маршрут, путь, время показа, он знает аналоги, он знает, чего хочет покупатель, он с ним предварительно поговорил, умеет найти конкурентные преимущества. Ну, в общем, агент это делает лучше. Так? Так. Торги. Собственник с любовью к объекту, агент профессионально, анализируя фактические цены аналогов в сравнении с аналогичными объектами. Ну, короче, вывод очевиден. Лучше нанять агента, чем продавать самостоятельно. Так? Так. Это стоит 3%. Что говорят собственники? Дорого. Дорого. Значит, что надо делать? Надо добавлять ценности. В конце, как обещал, пара замечаний о доходах от подписки на наш канал. Я хотел бы прояснить, что подписка – это не бизнес для нас. Это скорее способ оплаты, частично платит за работу нашей замечательной команды, которая усердно трудится, чтобы создать для вас качественный контент. Одна из наших миссий здесь, на канале – сделать доступным для риэлторов в любой точке России тот контент, который обычно доступен только избранным участникам конференции. Не каждый может позволить себе посещение таких мероприятий, и мы хотим изменить эту ситуацию. Я уверен, вы согласитесь, что оплата 90 рублей в месяц – это вовсе не та сумма, которая сделает кого-то богатым. Это стоимость подписки на наш видеожурнал. Именно поэтому я настоятельно рекомендую всем, кто еще не ознакомился с нашим контентом, сделать это. В описании к видео вы найдете все необходимые ссылки. На этом третья часть нашего дайджеста заканчивается. Впереди хит-парад контента для руководителей, часть из которых покупает наши подписки на корпоративный аккаунт и делает доступ своим агентам. Не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Следить за афишей также можно в нашей телеге. Еще напомню, что мы всегда рады видеть вас на нашем сайте m2tv.pro. Большое спасибо за просмотр. Берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес. До встречи на канале. Пока!